Добрый день или добрый вечер или доброе утро, неважно, какое время дня сейчас. Главное, чтобы оно для вас было добрым. Я всегда это повторяю. Знаете почему? Потому что я искренне этого хочу для всех вас. С вами телепрограмма «Духовная дипломатия» и Михаил Маргулис. Очень быстро напомню вам, что... чего, вернее, хочет духовная дипломатия достичь в наших с вами отношениях. Дело в том, что цель и концепция духовной дипломатии в том, чтобы гасить конфликты в нашем бушующем мире с помощью духовных ценностей конфликтующих сторон. Но так как каждый человек представляет из себя отдельный, сложный, тоже бушующий мир, мы с помощью наших телепрограмм хотим, чтобы все, кто нас слушают и смотрят, смогли погасить в себе конфликты, которые бушуют в вашем индивидуальном мире. С помощью чего? С помощью слов, с помощью наших гостей, с помощью наших идей, которые строятся, базируются на базе, если можно так сказать, базируются на любви, прощении и смиренность. Итак, духовная дипломатия с вами. И, как всегда, мы начинаем нашу программу с боя кремлевских, так шутя говоря, часов наших песочных. И берем наш волшебный ключ и открываем ваши сердца и ваши души для того, чтобы они были открыты для нашего очень доверительного разговора. Итак, я знаю, что вы знаете, что в каждой нашей программе присутствует гость. Мы стараемся приглашать к нам особых людей, которые своим опытом жизни, своими знаниями, своим отношением к Богу и людям могут помочь вам. Ну вот, такой несколько, может быть, странный вопрос. Как вот произошло вот такое превращение хорошей, такой стремительной журналистки Оксаны в певицу, динамичную христианскую певицу Оксамит? С одной стороны, все было очень спонтанно, а с другой стороны, вы знаете, Михаил, я вспоминаю сейчас притчу про большие камни в банке. Возможно, многие слышали, как один профессор показал своим студентам банку и говорит: вот смотрите, я положу в эту банку много больших камней. Как вы думаете, банка полная? Они говорят: да, полная. А он говорит: нет, не полная. И потом добавил несколько маленьких камней. А сейчас полная? Ну, сейчас тоже полная. Нет, не полная. Еще меньше камней засыпал. В конце концов, засыпал песком, утрамбовал, говорит: вот теперь полная. И в моей жизни что-то было подобное. Я поняла на каком-то этапе, что пропустила большие камни, судьбоносные, важные камни. Я просто как-то проигнорировала их, что ли. И мне нужно было вернуться к этому важному решению в моей жизни. И я понимаю, что все наши решения, самые главные, происходят в молитве. Я начала молиться, и там как бы получила такое просветление и твердое решение идти вслед за мечтой моего детства. Это мечта о карьере певицы. Ну, камни вот как образ, они как бы нагружают, может быть, с большими камнями, о которых вы сказали, тяжелее идти по жизни. Ну, и камни... Ну, только... я понял символизм. Да, только в том понимании, что сначала самое важное в жизни, а потом все второстепенное может прикладываться. Я понял, да, я хотел, чтобы просто наши зрители поняли, а то еще возникнет картина у них, что вы идете и несете тяжелые камни. Пропустила, вернула. Ну, вообще, труд певицы, это, конечно, это тяжелый труд. Это не только сцена, где выходит певица, за 3 минуты исполнила песню, а это место, где... это результат тяжелого труда, да. Тяжелых репетиций. Да, поэтому, да. Дорогие мои, если вы хотите стать певцами, помните, что в первую очередь это тяжелый и очень часто бывает неблагодарный труд. Поэтому будем помнить о том, что все достойное в этой жизни, оно
как бы решается через труд, через наши усилия, через наши способности. Я думаю, что Оксане Господь дал вот такие силы для труда и дал особые способности для исполнения песен. А вот скажите, Оксана, есть, конечно, песни разные. Вот вы, для вас приоритет в вашем творчестве – это христианские песни. А почему именно христианские? Вот поют очень много различных песен там, о любви, о дружбе, страдают, стонут, там, плачут, и как-то это людей задевает. Почему именно христианские песни для вас приоритет? Ну, Михаил, и я в свое время страдала и плакала, и стонала, писала песни о любви, вот, разделенной, неразделенной. Но для меня приоритет – это песни, которые родились вследствие моего осознания того, что Бог есть, и Он со мной, и небеса теперь мой дом. То есть я лично, я разделяю песни на христианские и нехристианские. Вопрос в том, что они с собой несут. И вот когда я поняла, что я теперь верующий человек, я теперь христианка, и мало того, я не стыжусь об этом говорить. У меня первый был вопрос, небольшой шок, а что же я теперь буду петь? У меня не осталось тем для пения. Вот. Но это было очень недолго. Потом я наоборот поняла, что самые яркие песни, самые интересные песни, которых слушают и раньше слушали, сейчас продолжают, они рождаются именно вследствие того, что Господь их вдохновляет. У меня было так. Я начала писать песни о любви, и не обязательно это были какие-то религиозные песни, которые только могут понять в монастыре, например. Угу. Это были простые песни, сейчас я их тоже продолжаю писать. И это, ну, хотя есть у меня особенные песни, это песни поклонения Богу. Вот их, возможно, я могла бы назвать христианские песни. Песни обращения к Богу, песни молитвы, песни прославления. Ну вот в связи с этим я хочу сказать, что, насколько я знаю, вот христианский, так если можно сказать, рынок христианской песни, значительное большинство христианских песен, они достаточно примитивного и низкого уровня. Обычный прием в таких песнях, я об этом писал в статье «Христианская песня. Путь по минному полю». Вы знаете это. Обычно таким приемом пользуются. Берут вот как бы ритм современной эстрады, вместо слова «любви» там к Маше или там Наташе, подставляют слова о любви к Богу, и вот получается, значит, христианская песня, где там Христос, мороз, там роз с белым венчиком из роз, впереди идет Христос, как у Блока было. Как вы думаете, думаете ли вы, что вот такие песни нужны Богу? А прославляют ли они Бога? На мой взгляд, такие песни такого уровня, они унижают Бога, они делают Его не абсолютом нашей жизни, а каким-то примитивным существом. Я думаю, что плохо исполненная, коряво исполненная, неграмотно, с неграмотными стихами песня – это такой же грех, как и все другие грехи в нашей жизни, потому что это Бога не прославляет, а Бога унижает. Как вы думаете? Да, я хотела бы только то, что вы сказали, дополнить и обратиться к таким людям. Вот люди, которые занимаются христианским, что ли, песнопением, что, наверное, надо пересмотреть свои приоритеты и свои мотивы. Уверены ли вы в том, что это ваше призвание от Бога, вот такое музицирование? В большинстве случаев происходит так, что это дань моде, что ли, или вот, ну куда мне податься? А, объявление прозвучало в церкви, например, что нужны люди в хор. А чего бы мне не попробовать себя еще и в хоре? Так вот, хотела бы посоветовать, возможно, это не есть ваше призвание. И пересмотрите, пожалуйста, что-то, может быть, лучше у вас будет происходить. А с другой стороны, если есть люди, которые убеждены в этом, у меня совет тоже очень простой. Надо учиться тому, чтобы петь. Надо брать уроки вокала. Надо заниматься. Если вы, ну, не дано вам писать стихи, обращайтесь к поэтам. Таких тоже, слава Богу, у нас есть. И будет хорошее сотрудничество для славы Божьей. Однако песни прославления, поклонения, я убеждена, что такие песни должны рождаться в церкви, в молитве, в глубоком поклонении Господу. Вот тогда небеса приходят на землю.